Привет, 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 песеры, не песеры, кто забрел на мой канал случайно и мои постоянные зрители. С вами, конечно же, Морших, и я продолжаю прохождение The Little Hope. Значит, остановились мы на том, что наша 48-летняя студентка упала в канализацию, ну и, собственно, за ней гонится она же, но то та из прошлого, которую утопили. Короче, надо двигать отсюда явно подальше. Я не хочу, чтобы у меня персонажи умирали, надеюсь, смогу сохранить всех живыми. Но, к сожалению, что-то атмосфера мне подсказывает, что не очень студентка эта останется живой. Вот, спасибо, что поддерживаете предыдущие ролики. Ребят, любые комментарии важны, любые лайки, дизлайки важны. Поэтому я на вас надеюсь. Сложно поднимать второй канал. Ну и действительно, мне сейчас нужно на что-то отвлекаться. Я не могу писать все время про пес. Если честно, меня уже иногда просто тошнит от него, когда постоянно все одно и то же. Вон, за нами ебака какая-то ползет. Так, ну... Ну, поклацать. Это самые простые варианты, с таким я, пожалуй, справлюсь. Но она еле ползет, я должна убежать хотя бы. Я бы уже, наверное, побежала. Ну, вы поняли, я такой сейчас представляю, что я женщина. И дверь бы закрыть, ну, чтобы эта хрень не проползла. Эх. Да, длинный возглас, непонятно, что произошло, выживет она, не выживет она. Ну, я надеюсь, выживет, но это как-то очень глупо умереть. По-моему, эта 48-летняя студентка не зря. До сих пор студентка, если она дверь не закрыла. Мы остались вдвоем, пока Дэниел Стейлор нас не найдут. Так, надеюсь, профессор, вы мне сейчас ничего такого интересного не предложите молодому студентику. Ладно, предложил побежать за девочкой. Тоже не самый лучший вариант. Но, тем не менее. Так, это музей, наверное, да? Ну, посмотрим, что у нас тут что-то в музее. Что-то мешает открыть дверь. Помогите толкнуть. Ну, давай толкнем. Толкаем, не толкаем. Надо нажимать что-то. Нет, не надо ничего нажимать. Мы и так толкнем. Мы вообще силачи с профессором. Да вы шо? Прям целую деревянную дверь открыли. Чем-то мы ее, правда, подперли. Я не совсем увидел. А просто поставили стул. Да мы прям вообще Гераклы, если честно. Даже к ручке его не подперли. Просто поставили. Это место... напоминает какой-то музей. Ну да, музей. Она он здесь. Был на карте. Спокойно. Мне не по себе. Соберитесь. Мы не допустим, чтобы кто-то повторил судьбу Анжелы. Вы уверены? Я сделаю все возможное, чтобы защитить нас. Когда выберемся, сразу найдем остальных. А что ты можешь сделать, если господин профессор? У меня, допустим, волына есть, а у тебя... А у тебя волыны нет, поэтому... Так, почему Новая Англия, ведьминые... Странно. Суды над ведьмами в Новой Может, Англии. Она связана с мэри? Должно быть. $8. Это ладно, положим обратно. У меня нет $8, поэтому не будем покупать эту книженцу. Дверь. Сразу же попробуем. Ну. Закрыто. Закрыто. И тут какие-то манекены, люди под камнями, еще манекены. Оп, там что-то было. Так, не проходим мимо. Надо все смотреть, еще одна дверь. Надо все смотреть, надо все пробовать, потому что именно так, как я понимаю, открывается история полностью. Вот прям все, как они задумали. Потому что пока я не совсем понимаю. Ну, отсылки к Харону были, да. Мы что, мертвые, мы в чистилище. Почему мы видим тот себя же? Хрен его знает. Висельники. Ну, висельники. А вот интересно, женщин прям в чепчиках так и вешали? Ну, можно же снять чепчик, ну зачем, типа, на висельнике его оставлять? То есть, их оставляют в ночных рубашках, ну да, чтобы одежду не портить. Но при этом оставляют чепчики. Очень странно, на самом деле. Не, может, оно так и было, я хрен его знает. Никогда ведьм не вешал, вот честное слово. Ну вот. Так, готово к перевозке. Ну и что у нас тут готово к перевозке? Давайте смотреть. Письмена какие-то. Так, я Мэри Милтон, признаю истинность увиденной мной греховности. При днем субботнем госпожа Эми подле ясеня толковала с черным Самуэлем, духом в обличье собаки, говорящей человеческим голосом. Затем она трижды повернулась и изъявила согласие служить... духу и приводить ему деревенских детей. Затем она смастерила куколку и наложила на нее заклятие, дабы проклянуть тех, кто супротив нее выступит. Сие и прочие темные деяния видели мои очи. 25 февраля 92 года. Саймон Карвер и Хэ. Это, судя по всему, подпись. Хм, так себе подпись, короче.
Ну, блин, давать на показаниях ребенка. Ну, хрен его знает, ладно. Чё мне их критиковать? Открываем, что у нас здесь. Такс, это суд, ничего судя себе, по всему. Это тот же суд, который мы видели в участке. Ужасно похоже. Вон и упавший ребенок, и все такие в панике. Корабль какой-то. Чем этот знаменит ваш городишко? У нас шахты, у нас там родился великий ученый, а у нас ведьм жгали. Вот, у нас целый музей есть. Мы прямо жгли. Воу! Воу-воу-воу! Господин КТ, что вы делаете? Господин КТ — это плохой скример. Ладно. Что тут еще можно посмотреть? В дверь, наверное, пока не стоит идти. Может, тут еще что есть? Какой-то телевизор. Камера, конечно же, ужаснейшая. Просто она меня вымораживает. Почему ее нельзя повертеть, покрутить? Так, женщины, 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 мужчина. О, вот, что-то есть, что-то есть, смотри, что у нас здесь. Ну, что остановились, кого ждем? Осмотреть, вон куколка какая-то стоит. Блядь, да ну, просто, куколка, вот. Такс, данная кукла предположительно изначально принадлежала ребенку. Эй, взгляните. Изначально. А потом нет. А потом что? А потом как? Куколка и куколка из солома. Я это уже видел. Где? На дороге, возле того задрипанного бара. Мы с Анжелой увидели ее и подняли. Как раз перед тем, как Мэри напугала нас первый раз. Занятно. Возможно, это подделка, она привела нас сюда. Я бы подозревал. Может, она привела нас? Хотела это показать? Давайте рассмотрим ее. И я бы на как самом деле ее не трогал. Серьезно. Здесь великое множество историй о том, как духи вселяются в предметы. Да, в кино. Аккуратней, ладно? Что если дух Мэри все еще живет здесь? Сожжем ее, и, быть может, на этом все закончится. Так, вдруг это разозлит девочку, или попробуем. Но вряд ли это конец игры, вряд ли я сейчас сожгу куклу, типа, и все, все нормально. Поэтому я есть бы не сжег. Есть еще вариант. Вот серьезно, это больше проблем может принести. Вещи, только разозлит ее. Вы правы. Поставим куколку обратно. Пусть стоит. Хотя, может быть, на самом деле нужно было сейчас поджечь, и все такое, хэппи-энд, вы выиграли, девочка пошла нахер, и все. И мне показывают заставку к следующей части. Потому что в конце первой части была типа начало вот этой. Выход. Поэтому я думаю, в конце этой будет начало третьей. Ну и будем ждать, конечно же, ее выхода. Люблю такое интерактивное кинцо. Прям очень мне заходит. Спокойно, расслабляет, думать ни о чем не надо. Привела нас сюда и растворилась? Наоборот, куча вариантов она и хотела. Придалбываться к мелочам. Привела нас к кукле и готова. И все. И в чем не план? В этом. В чем хитроумный план? Привела нас к кукле и готова. И все. Что делать дальше, хрен его знает. Ну, длинная заставка, судя по всему. А меня сейчас перекинет к этой парочке. Которая вроде бы влюбленная, но девушка явно попахивает феминизмом. Армейская рубашка, короткие волосы красноватого цвета. Ну, меньше светить надо было, блядь. Мы вон фонарик нашли. Там было много, кстати, фонариков в магазине. Не, до сих пор телефоном светит. Ты слышала? Опа, а там это студентка старая. Не уверена. Как там ее звали? Народ! Мы ее спасем? Профессор! Это вы там? Может, пойдем отсюда? Нет, судя по всему, не спасем. Где остальных носит? Ой, ну ладно, мы ладно. Заблудились. Пошли. Думаешь, они ищут нас? Наверное. Наверное. Анжела уж точно не бросится меня искать. Сто пудов. А, Анжела зовут конечно, эту. Конечно, не подарок, но не настолько. Ты точно уверен? Да, я ее давно знаю. Она моя мамка. Какая-то ферма, наверное. Так. Спорим, никого нет дома?
Нет, уж без меня. Но первое здание за долгое время. Найдем вход? Прям как ты смог найти вход в тот магазин, что ли? Ты что, еще и взломщик? Не, я им в прошлой жизни был. Ни хрена, в прошлой жизни ты был, судя по всему, собирателем пластинок. А в позапрошлой жизни ты был этим, как называется? Ну, который в шляпах, ну вы поняли. Я не помню, короче, ну ладно. Пуританина, вот. Здесь мы не пройдем. Так, тут у нас заперто, тут у нас транспорт. Значит, идем сюда, куда еще остается идти. Опачки, дверка. Может, тут открыто? Нет, и тут у нас никого дома нет. Ладно. О, окошечко. Давай. Эй, Тейлор, посмотри. На что именно? Ну, окно и окно. Или давно не было. О, да. С тебя 10 баксов. Хрена лысого, я с тобой не спорила. Да, о, женщина не дает мне деньги. Зачем такая женщина? Она открыто. Что, не хочет содержать своего мужчинку? Я его подниму без проблем. Ну давай, силач, надо что-то нажимать. Мы, конечно, можем поспорить, кто пойдет первым. Но результат же очевиден. Ага. Отлично. Да полезли уже, ну что ты выделываешься? Опа! Что за? А мне не страшно, но это манекен, его было изначально видно. Не бей страшную куклу. Смешно. Да типа манекен этого пастора. Ну, судя по одежде. Найдите дорогу к остальным, держитесь вместе. Да блин, ну куда мы? Мы и так все время держимся вместе. Я ж не управляю, типа, разделиться или не разделиться. Она все. Я ей управляю, он за ней ходит. Я им управляю, она за ним ходит. Давай. Сюда. Такс, мы вошли в музей только через другую дверь. Понятно. Понятно. Ну тут я, по сути, уже все осмотрел. Они прям как живые. Ну и жуть. Вау! Что там? Вау-вау-вау. Я там что-то видела. Ну бегает какая-то ебака. Ну не мы ж не пойдем сейчас смотреть, что там за ебака. А, ты пойдешь смотреть, что там ты за ебака. Ты куда идешь? Мы в музее пыток. Ну вот зачем? Текст. Оу, походу мою тёлочку ёбнули. Ну пошли искать Тейлор. Тейлор, где ты, шо ты? Открытка. Давайте смотреть, что еще нас ждет впереди, возможно. Сжигание ведьмы. Тейлор бежит, прыгает, прячется. И все. Хрен его знает, на что это должно намекать. Ну, бежит, ну, прыгает, ну, прячется. Мне же говорили, что это, типа, это возможный исход или такого может вообще не быть. Это вы? Ну, здесь, Тейлор! Ладно бы какие-то осознанные действия происходили. То есть я бы потом сидел и думал, это осознанно или нет. Она просто спряталась за камень. Что мне это должно сказать? Выходи отсюда. Давай, камера, сменись, пожалуйста. Оп. Говорит туда. Проповедует прям. Там священник? Ты как? Что происходит? Да нормально с ней все, она просто устала. Устала и решила поговорить со священником. В музее пыток. Блин, давай же! Надо что-то жать. Не, жать, походу, ничего не надо. Ну, вроде никого нет. Она приход, скорее всего, ловила. Опять в прошлое. Что такое? Там голоса. Я, блядь, себя увидела! И она меня тоже! Да, странно точно. Странно одета, странно говорит. Какого хера? Я пытался с тобой угнаться, ты убежала. Обвинение. Ну, я еще рассчитываю на секс, поэтому как бы... Прости, что я не... Обвинять точно не стоит. Женщину ту, похожую на меня,
Уволокли как какую-то преступницу. Черт. Это когда на секс не рассчитываешь, можно говорить все, что на самом деле происходит. А когда рассчитываешь, надо проявлять толерантность. Аккуратненько так, чтоб на минку не наступить. Так, что у нас здесь? Коробка какая-то, нож. Нож. По-моему, в каком-то, на какой-то открытке я видел нож. Или что-то происходило с ножом. Я нашел нож. Может, это и был нож, когда динозавры были живы. Да блин, нам сейчас выебываться, при том, что может, у нас оружия нет. На, возьми. А, зачем? Для самозащиты, придурок. Ага, так мне нужно выбрать, у кого будет нож, у парня или у девушки. Давайте девушке оставь оставим себе нож, потому что про нее ну, уже так, пара открыток была, может, где-нибудь он пригодится. Про парня открыток особо и не было. Мне кажется, типа она в большей опасности. Так, курс изменен. Ну ладно. Я, значит, сделал какой-то выбор, который повлияет на то, что будет происходить в будущем. Ладно. Ой, блядь, ну отойди, женщина. Ну, серьезно. Бесишь. Так, книжка. Ну, по-моему, я ее смотрел. Здесь Библия лежала. А, нет, не Библия. Здесь лежала про казнь ведьмы. А сейчас лежит Библия. А сейчас я сразу подумал, что Библия... Я, походу, тоже экстрасенс. Вот. Вот оно что. Я даже предугадываю книжки, которые стали другими книжками. Библия и Библия. Ну, давай выходить, что ли. Ну, тут и было заперто вроде. Наверное, мне надо к той двери, которая... через которую я и теми персонажами вышел. Так, по-моему, это сейчас направо. Вроде как, да, мимо повешенных. Оу! Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Хватит. Хватит меня пугать вот такими всякими штуками. Кот тоже был не слишком страшный. Так, ребята. А где куколка? Опачки, куколка пропала. Мы же ее не сожгли, а мы ее обратно поставили. Да, на кукла принадлежит. Ну да, эй, оно. Посмотри. Но куколку кто-то уже спыздив. Данная кукла предположительно принадлежала ребенку в конце 17 века. Жуть. Погоди, я поняла. Пропавшая кукла — это та, что была у девчонки. Думаешь? Как странно. Это странно? Да тут все, как из фильма ужасов. Не хочу тут быть и минуты лишней. Поддерживаю. Не знаю, странное предположение. Я бы, если увидел, ну вот, тут весь город раздолбанный, типа, ну, разбитая витрина, ну, нет куклы. Почему она знает, что она пропала? Почему она знает, что она там была? Может, ее спиздили 30 лет назад, хрен его знает. Ну, типа, вообще нелогичные выводы девочка делает. Идем. Зато нам дверь туда открыта. Уже хорошо. Погнали. Погнали нахуй. Хотя такое ощущение, что в этом городе лучше на улицу вообще не выходить. Просто вот интересно, если бы они остались возле автобуса и подождали рассвета. Ну, попали они в аварию ночью. Ну, часов 7 посидеть, 8, потупить, не знаю, там, в карты поиграть. Еще во что-нибудь. Зачем обязательно куда-то идти? Ты уже попал в, как бы, в не самый приятный туман, вот который... Вы. Опа. Теперь вы начали хоть что-то понимать? Да нихера. Та тварь, чем бы она ни была, продолжает преследовать Анжел. Неустанно. Да твари есть Анжела, как я понял. В порядке. Ножик. Намек на то, что я взял нож. Наши друзья отыскали еще одно орудие смерти. Был грех, каюсь, батюшка. Хорошо. А, хорошо, ладно, все, не каюсь. Давайте я помогу. Чуть-чуть подскажу вам. Да? Ну, подскажи. Хотя ты сейчас опять какую-нибудь лабуду пропихнешь, ты мне уже про Харона рассказал. Ну, как бы так сказать. Я теперь задумываюсь, что мы умерли. У всех есть свои демоны. Они принадлежат лишь нам. И часто рождены из сожалений. Вот мудрые слова одного великого ирландского драматурга. Я же сказал, какую-то херню скажет. Встречал в Париже. Ирландские драматурги. Боже мой. Не торопись осуждать. У святого есть прошлое, у грешника будущее. Она лишь дитя.
Так что поговорим позже. А еще у святого есть будущего, будущее, у грешника прошлое. Блять, этот ирландский драматург был просто капитан, нахер очевидность. Вот дорога. Остальные должны быть рядом. Так, Тейлор, главная дорога. Надеюсь. Час 47. Это нам сегодня ни хера. До рассвета часа 3. Хотя я не знаю, конечно, когда рассвет в этой Англии. В этой чертовой Англии. Держитесь рядом с Дэниелом, найдите сокурсников. Я опять как тупая, свечу телефоном. Что такого страшного она сделала? О, вон есть что-то. Это хреновый знак. Но ты в безопасности. Стоп, стол. На столе, да, я заметил, открытка. Давайте смотреть следующее послание из будущего. Опа. Этого чувачка пытаются проткнуть копьем. Ну, не копьем, точнее говоря, а куском забора, как я понимаю. Потому что в самом начале он умер, упав на забор. Но вряд ли его персонажа здесь могли казнить забором. Ну, блин, ведьм сжигали, вешали, топили, там, не знаю. Ну, не на заборы же скидывали. Так, война короля Вильгельма, бойня в актовый день. 1690 год. В актовый день 90-го года, когда пуритане праздновали получение ученой степени юношами города, на них напала франко-индейская армия. 8 мужчин были убиты, а некоторых женщин и детей увезли в рабство в Акадию. О судьбе рабов ничего не известно. Угнанные в рабство. Убитые. Мне это должно что-то сказать? Я хер его знает. Мне эти люди не знакомы. Я пошла дальше. Ну, как бы такая себе оборона была, если всего 8 убитых, а в рабство угнали до хера народу. Наверное, надо было как-то, ну, интереснее сражаться, что ли, чтобы вас в рабство не угоняли. Хотя индейская армия, ну, это... Так, стоп. Они как бы говорят про то, что они англичане. Англичане жили в США, но это в США должно все происходить. Как я все-таки понимаю. Просто тогда, в те времена, когда здесь жили англичане... Так, Little Hope, что-то там Little Hope. Ладно, давайте тут посмотрим, я думаю, сейчас увидим. Так, официальное уведомление, реализация залога принадлежит банку, вход запрещен. Вход запрещен. Так, Little Hope, офис туризма, ну, для туризма. Я вас понял, сюда нас не пустят, мы, судя по всему, не туристы, правильно, что не туристов в офис-то пускать. Ого, тут какой-то провал. И что-то мне не нравится, там ворона сидит. И голос, я не слышу. Не знаю. Да заткнись-то, ну. Я не слышу голос. Так, тут контрольная точка. Блин, я забыл, что здесь нет сохранений. Ну ладно, в принципе, нет, так нет сохранений. Давайте двигать в это явно недружелюбное место. Не просто так, мне кажется, там сидит ворона. Сейчас кто-нибудь чего-нибудь будет 100% делать и исполнять. Еще одна ворона. У меня в детстве на заднем дворе были такие качели. Колесо со звездочками. Подойди сюда. Чего? А там какая-то тень стояла. Невозможно. Я знаю этот рисунок. Это мои старые качели. Здесь, видишь? Эй, тише, не психуй, ладно? Да нет, как же, так? Ты не понимаешь. Видишь звезды? Я их тут нарисовала вместе с отцом, когда мне было 10 лет. Уверена? Да, блин, уверена, это мои качели. Откуда они здесь? Я тебе верю, но... Что это значит? Ну, что-то попахивает херней. Так, это послание мне в жопу это место. Ну, послание, это скорее всего. Это какое-то стрёмное, ебанутое послание. Эй! Посмотри на меня! Мы справимся, слышишь? Вместе! Слышишь? О, мужика включил! Мы справимся! А, во, сейчас мужика надо включать! Ёбаный в рот! О! This is not my doing. You must help me. I beg you. А где перевод? Please help me before it is too late. Так, тёлочку сейчас повесят, судя по всему. That is your only hope of salvation. Listen to me. I have committed no sin. The puppet I am condemned for is a child's plaything, nothing more. I swear it. I will not be deceived. I see the evil in you. My duty is to cleanse our town of your sickness. There is no other way. You must hang.
Pray, Lord, for you to take the soul of this, our sister Tabitha, who has been led astray by the devil. Ребенок, как обычно. О, наконец-то главный персонаж появился, как я понимаю, в прошлом. Его же до этого не показывали ни разу. Что-то у меня такое ощущение, что он как-то связан со всей этой херней. Ну вот, он не погиб в первом пожаре, когда он был, ну вот, самое первое в самом начале игры. Что-то мне кажется... Что-то мне кажется не девочка зло, а мой основной персонаж. Вот почему-то у меня такие мысли. Ой, да ладно, чё ты паришься? Все видели, как тебя вешают. Ну чё, нормально. Женщина только что. Это была я. И я следующая. А там у нас этот такой паренёчек был. Я же с тобой. С копьями. Спасибо. С кольями. С кусками забора. Ну вы поняли. Я думаю, нам сейчас о нем нужно париться. Другие, наверное, уже там. О, свечку поставим, иконку купим. Пфу, вообще, сразу ведьмы нахер пойдут. Да ты шо, иконка это прям вообще. Так, ну колесо. Ну, скорее всего, это вот, да, это какой-то намек. Ее повесили, колесо тоже на веревке. Ну, наверное, что-то такое. Так, больше здесь вроде ничего нет. Ну, давайте двигаться. Ну, там парень был, ну, куда-то он пропал. Непонятно, непонятно, вон КТ сидит. О, опа. Ля, у КТ морда белая. Будто преследуют. Нас точно преследуют. Эй, вали отсюда! Не приближайся! Такс, это у нас кто такое? Блять, что это такое? Бежать, прятаться. Ну, прятаться смысла нет, бежать. Валим нахуй. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас понесла. Сейчас вот понесется, сейчас я проебусь где-нибудь. Вот 100%. Так, пока все хорошо. Так, Тейлор, ну. А, клац, нормально попали. Да блин, ну почему они так резко убегают? Она там еле летит. Как я понимаю, это она повешенная. Связанные руки, и она летит. Ну ладно, пока у меня все хорошо. Оп. Отлично. Попали. Так, нам надо бабу нашу вытащить, кого мы потом ебать будем. Старую студентку, так она еще и не вариант, что выжила. Попали, попали. Вроде все ок, вроде прям все ровненько. Дух, так нечестно, ты тоже должен клацать, промахиваться, короче, и не попадать. Оу-оу-оу-оу. Так, прыгай, прыгай, прыгай. Да, это она повешенная. То есть, каждого из них будет преследовать, походу, убитый в прошлом он же. Ну, как-то так. Оу-оу-оу-оу, так. Оп, нормально, нормально. Все, все ровненько, все четко. Можешь красавчик, можешь попадает. Ну, потому что последние недели пишу. Писал бы в субботу, точно бы руки трусились, не попадал бы. Оп, успел? Успел. Красава, вообще, там на последние миллисекунды. Декунде. Оп. Залазим, 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 женщина. Залазим, залазим. Я хочу, чтобы вы у меня все выжили. Я в первой части потерял практически всех. Я хочу, чтобы вы в этот раз выжили все. Гляньте, она так медленно и печально летит и летит. Медленно и печально. Ну, почему от нее проблемно сбежать было? Ну, по крайней мере, ладно. Пока что все хорошо, персонажи живы. Тейлор, это вы там? Скорее к церкви, бегом! Оу. О, это толкаш из бара. Одна из этих тварей у нас на хвосте. Колья. А у церкви заборы с кольев как раз такие, как были в этом трупе. Что-то мне чувствую, сейчас будет не очень хорошо. Вы что там делаете? А, стрелять? Ну, не знаю, стреляй. Что, жить надоело? Мне кажется, этот чувачок в кепке их не видит, что ли? Эй! А чё ему похеру? Ну, типа, там сзади тебя мертвая женщина повешенная летит. А мы еще ляньте, на крысе, короче, его не пустили. Не выбралась. Нормас, не нормас. Так что, студентка умерла старая? Если это тварь, да не могла, ну не гоните. Сюда, мы к ней я там все правильно нажал.
Найдите это хуйня, это хуйня, блин, верните мне старую студентку. Черт, давайте, здесь нужна баррикада. Ну окей, давайте построим баррикаду. Эй! Эй! А чё мы на крыси его не пустили, ну как бы? Что этот старый дурак там до сих пор делает? Он идет за нами. У старика крыша съехала. Но он идет за нами, судя по всему. Но он постоянно появляется рядом. Неважно, ему нельзя доверять. Я знаю, что ты там! Если бы взяли себя в руки и не устроили стрельбу по глупости, он мог пройти мимо. Он не понимает, в какой мы жопе. А ну выйди и взгляни мне в глаза! Даже не думайте выходить. Слышь ты, педрила! Палить меня нахрен удумал! Если бы на тебе была полицейская форма, я бы еще понял. Но так ты не должен в меня стрелять. Такая острая политическая шуточка. Настойчивость, вы в опасности. Я пытался помочь. Но я пытался помочь, на самом деле. Я ж... Я хочу помочь. Видели? Я ж повешенную бабу стрелял. Вон она, сзади висит. Эта тварь убила нашу подругу. Ладно. Расскажи мне об этом. Мою подругу схватили. Да я не знаю, что с ней произошло. Кто-то что-то погрозил. Я знаю, звучит как бред, но это... Тварь, она погналась за нами. Поверьте мне. Жди здесь. И поаккуратнее с этим пистолетом. А ты куда? Ну вот эти колья мне очень не нравятся возле забора. Вот прям очень не нравятся. Такое ощущение, что сейчас будет что-то. Прям такое. А, мы же сбежали, так. Не вызов. Понимаю, чего вы злитесь? Я должен быть альфа-зверем в стае. В этот нахуй раз, профессора. Но в следующий вы можете пристрелить кого-то из нас. Например, тебя, потому что заебал. Я не опасен для Мэри, не, что там? Что там, что там, что там? Профессор! Эндрю! Что у вас там происходит? Это я. Следующий. Ага. Священник, падре... Как его? Обвинял моего двойника. Дело серьезно. Опять суд? Пока нет. Но все шло именно к тому. А девочка? Мэри? Да. Она там была. Тут безопасно. Нашли другие входы? Извините, я не проверил. Сейчас прям что-то должно быть. Смотрите там. Только я не совсем понимаю, если честно. Кем бы она ни была, все происходящее связано с ней. А если так, то что? Если мы остановим ее, возможно, это позволит спасти наших двойников. Да как мы их спасем, они в прошлом? Как мы изменим прошлое? Дверь, вдруг оно вернется. Просто повешенная появилась после того, как мы увидели, как ее повесили. А этот хрен с копьями, ну, блин, забором протыкнутый, он с самого начала мелькал то там, то там. Тварь, которая в воде, тоже с самого начала была. До того, как мы... Как нам показали, что эту женщину утопили. Что-то ни хрена не понимаю логику появления призраков. И опять же, почему призрак меня из прошлого хочет убить меня из настоящего? Как, какая логика? Если они все убиты... Вот нахрена ты залез на колокольню? Ну серьезно. Малая. Я уже подозреваю, внизу забор, да? Внизу забор. А ты залез на колокольню. Нахуя? Вот просто нахуя? Можно слезть с колокольня? Нет, судя по всему, нельзя слезть с колокольня. Ладно. С другой стороны, если в фильмах ужасов персонажи поступали логично... Опа, девочка. Я ее заметил до этого, поэтому не страшно. То фильмов ужасов бы не было, если все поступали логично. Что, он сейчас выпадет, наверное, попытается сбежать. Мне тяжко молвить сие. Но твоя казнь убережет нас всех. Спасет целый город. Пощади его, молю тебя. Тебе трудно, дитя. Но позже ты уразумеешь и возрадуешься. Покинь сие место, Мэри. Мольбы его не трону. Ты не должна узреть мою кончину. Кто приглядит за мной, ежели не ты? Судья Уэйн получил пастор. Он твой опекун.
Однако с сим решением не все согласны. Каждый предстанет перед высшим судом. Серьезно, у них была казнь на скидывание на забор? Казнь скидывания на забор? Ну это ж пиздец. Узри же, кого ты молила пощадить? Он более не от мира сего. Лишь демоны да проклятые могут так противиться. То есть как-то я все-таки могу влиять на прошлое. Давай, давай, вывозим, вытаскиваем его. Нож. А вот он и А если бы у меня сейчас у этого парня был нож, я что, бы смог его спасти? Ну как-то странно. Да, блять, вообще странная казнь. Скинуть на колья. Скинуть на церковь, с церкви на колья. Вот такой вот указ. Потому что это очень противо ведьм. И ведьмы вообще женщины, почему убили его? Хрен его знает. Странные эти пуритане, мягко говоря. Он был здесь. Я держал его. Надеюсь, ты сейчас не спрыгнешь на колье? Он был там. Я не спас его. А, добро пожаловать в клуб. Легкомыслие. А телочка, она будет такая себе. Он... Да ты шо, селорм. Очевидца в собственной казни, свежее пополнение. Давайте поприветствуем Дэниела. Серьезно? Как-то это цинично, Тейлор. Расслабься, насмешка. Членство аннулировано. Насмешка. Значит, клуб мертвых двойников для тебя... Да поподъебываем. Ну а что остается делать? Бедная система. Анжела была убита после казни своего двойника. Тейлор же едва удалось спастись. Но мы не видели, как Анжела умерла, тормози. Увидишь смерть двойника? Ты следующий. Мы слышали крик, и я как бы там все правильно нажал. Спасибо. Лучше ну ладно, заранее, умерла так умерла. Или не умерла. О, прилетела висельница. Скорей! Просто на самом деле, если это физические объекты, почему не взять, не знаю, каких-нибудь палок-копалок и не надавать этому физическому объекту люлей? С тварью снаружи. Тихо. Нас много. Летающая тварь одна. Слушайте, вон там. Оно снаружи, пока что. А что, если оно решит напасть на нас? Если оно не может проходить сквозь стены, уже хорошо. Иначе оно физический объект. Святое место? По идее, оно не сможет войти. Правда? Что, прям как долбанный вампир? По крайней мере, это крепкое здание. Он прав. Тут безопасней. Остаемся. Так, оно идет за мной. Паниковать. Тревога, пожалуй, да. Но оно идет за мной. Опять пришла за мной. Ей нужна я. Конкретно за мной, в принципе, да. Потому что это я. Вы понимаете, с чем мы имеем дело? Это какое-то нереальное дерьмо. Нам надо сваливать. Так? Она права. Валим. Останемся тут, и оно нами пообедает. Главное всем держаться вместе. Помните, что стало с Анжелой. Ладно. Тогда выходим через черный ход. Я с погнали. Вами. Погнали. Погнали, погнали. Сейчас будем разруливаться, что там это... дальше. Что на этот раз? Еще один повод валить. Бежим! Кого еще? Я казнь основного персонажа не видел? Я не видел казнь профессора? И все. Ну да, два персонажа осталось. Но уже, судя по всему, я близко к концу. Думаю, одна-две серии еще максимум. А потом подумаю, чтобы еще пройти. Я знаю, что вы меня постоянно спрашиваете про киберпанк, пацаны, но он реально, он сейчас говно. Вот серьезно. Он просто ужасен, он лаговый. Я не хочу без удовольствия играть в эту игру. Я хочу вот, когда она будет нормальная, когда она будет оптимизирована. У, сука! Пришел этот... Так, опять бежим. Брат, здесь! Живо! Опять бежим. Это этот, походу, который с Колей. То есть он. Короче, это он. Вау, вот это на открытке был. Вот этот кусочек. А, профессор. Но он двигается к профессору, а не ко мне. Хотя он должен убить меня. Противостоять, сбежать. Да давайте попробуем ему навалять, я только об этом говорил. Вон, палка-убивалка, нахуй. Да, ща. Ща надо навалять.
вообще въебало. Опа, уворот. Я ловкач. Тащи еще раз въебало. Вроде попал. Ай, сука, попал. Нормас. Нормас выписал пиздюлей. Вот, так сразу надо было так поступать. Нас много, они поодиночке. Уже бы, блин, разорвали их в конце концов. Нашли бы какую-нибудь пилу, расчленили эту хрень. Спокойненько упаковали бы в ящики и отправили куда-нибудь. Все, и никаких проблем. Они физичные. Где ты? Да, возможно, их невозможно убить. Но, блин, их можно расчленить. Что делать? Надо действовать. Давай, надо проявляем быстро. Лидера. Подождите. Теперь ты у меня надо лидер. Успокоиться. Что, блядь, Тейлор в беде? Побежали, побежали. Что, опять сейчас клацать? Так, Тейлор возле церкви. Окей, сейчас будем клацать. Даниэл! Кто ее оттормаживает? Тейлор. Ау, чё за повисение? Так. А, пойти налево, пойти направо. Не, ну налево! Только плохие женщины ходят налево. А я ж не блядь, значит направо. Это ты? Я здесь. Не, ну хорошо, это наш персонаж. Интересно, кто был налево. Судя по всему, ебака, скорее всего. Как же я рад вас видеть. Вы живы. Мы пока еще не спаслись. А ебаки меня преследуют. Интересно, куда делась повешенная ебака? Дайте отдохнуть. Не останавливайтесь. Идем. Постой. Он устал. Хрена с два. Это на нас охотятся. Не на вас. Надо идти. Не, ну в общем-то он прав. Мы все в опасности. Я же говорю, надо держаться вместе. Держимся вместе. Все вместе. И спасемся. Так же, как Анжел, да? Ладно. Что будем делать? Я не знаю. Надо немного отдохнуть. Ну окей. В сон клонит паренька. Ничего себе. Если бы. После такого адского денька я вряд ли засну. Хотя сил вообще нет. Есть идеи, как отсюда выбраться? Так, надо остановить девочку, мы в ловушке. Надо, наверное, останавливать девочку, а что остается? Уже понятно, что помощь не придет. Мы сами по себе. Похоже на то. Нам надо остановить Мэри. Это наш единственный шанс. Найти Мэри, остановить ее, это хороший план, окей? А вторая девочка, которая от нас убегает? Я уверен, она как-то связана с Мэри. Может быть, она пытается нас куда-то привести? Куда? Может, они даже выглядят одинаково? Может, туда, где мы положим этому конец? Все слишком неопределенно. А может, наоборот, какой-нибудь уже ничего не самый пиздорез? Мэри в центре всего происходящего. Этих судов и страшных казней. Я даже не уверен, реально ли она. Как мы ее остановим? Слишком поздно дергаться. Все. Конец. Так, мы должны попытаться. Мэри само зло. Попытаемся. Не, ну мы должны попытаться. Я как бы, я уверен, что это ребенок зло, но он даже выглядит ради как зло. Остальных. Но при этом, и ради себя. Хрен его знает. Но что-то мне подсказывает, что тут должна быть другая развязка. Вот. Всему. Что-то должно долбануть в конце такое, чтобы я такой, нихера себе, и всю игру он был плохим, вот он, например. Она же ребенок, мы не можем взять ее. Послушайте, когда встретим ее... Сделаем все необходимое. О, профессор уже рассказывает, что нужно убить ребенка. Нормально. Стандартные что? Профессора в американских университетах. Но нет, тварь пришла меня прикончить. Такс. Прицельтесь как следует. Убери оружие. Знаете, я не хочу стрелять.
получил? Я не знаю. На сей раз это не старик. Что-то у меня это ощущение, что это, блин, моя старая студентка. Вот я прям жопой чую. Она не умерла, блин, просто был крик, да. Мне не показали ее смерть. Поэтому, скорее всего, она живая. Сейчас, судя по всему, если бы я нажал стрелять, я их пулю в лоб пущу. Хотя по силуэту, конечно, больше похоже на эту тварь с копьями. Хрен его знает, может, я сейчас проебался. А нет, 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 нет. Я не проебался, 100%. Вот прям жопка мне подсказала, что это она. И она где-то очки потеряла. А как ты видишь без очков, а? А как ты видишь без очков? Я думал, больше вас не увижу. Я был вот, судя по всему, здесь я мог ей пустить пулю в башку. А я ее спас. Я красавчик. Я красавчик. Прям молодец. Прям с интуицией. Хватит. Вы меня засмущали. Но спасибо. Да ладно, Аджел, у тебя сейчас пуля в голове торчала бы. Железная леди. То есть, по сути, я реально умничка, я никого не потерял до сих пор. Все пятеро. Ну, кроме водителя. Они нас нашли. Сейчас на первом месте ваша безопасность. И мы уже видели три твари. А должно быть еще две, судя по всему. А, ну девочка, ладно, тогда четыре. Мы встретили других монстров. То, что гналось за мной, было омерзительно. А вы говорите, это была ты. Это была ты, которую утопили. Как вы без очков? Ничего? Определенно. Многое здесь лучше не видеть. Очки потеряли, но чувство юмора на месте. Хорошо. Что это? Слышу. Явно где-то рядом. Идем скорее. Да валить надо нахер. Валить надо нахер и как можно дальше. У нас еще минимум два таких же трупа впереди ждут. А если считать девочку, то все три. Помогу спуститься. Так, мне надо кого-то ловить, не надо. А то это, блин, игра QTE настолько быстро включается, что я иногда просто не успеваю среагировать. Но вроде пока все тьфу-тьфу-тьфу прям. Пятеро живы, красавчик, просто лучший. Ох, нахер! Ох, нахер, нахер, нахер! Ладно, это было неожиданно. Опять эта тварина. Да давай ей напинаем, нас пятеро! Ты дал ей пизды палкой, нас пятеро! Давайте в пятером дадим пизды палкой! Пятью палками. Давайте кинем палку этой твари в конце концов. Пять палок. Пять палок замочил. Так, Эндрю, тропинка 403, 28 мая. Дэниел! Тейлор! Опа! Так, надо нажимать. Ай! Хорошо, успел. Вроде не упал. В последнюю миллисекундочку опять. Прям все норм, прям все хорошо. Чё там? Слазим. Оп! Нормально. Ребят. И здесь не упали. Вообще красавчик. Ну пока что мне игра реально дает сохранить им жизни. Ага, вот он один, вот он второй. Их твари рядом. Ёбаный в рот. По-моему, мне сейчас предстоит выбор. Кого спасать? Бабу или паренька? Ну, паренька спасаем, но, блин, он сильный, в конце концов. Он этому монстру пизды пытался дать, а баба только истерит постоянно. Давай, сука. Оп. Нормально, отъебись от моего товарища. Конечно, это правда ты, но все же. Правда, такой себе ты. Немножко некрасивый. Стрелять. Ай. Попал. Да, могли слышать, как у меня со стола упало, потому что мышку пришлось пол стола ей провести. Так, ну вроде я его спас. Вроде все норм. В тварь я попал. А тут что делать? Я смогу обоих спасти? Пистолет. Хорошо, стреляем, я понял. Так, ведем. Попадание. Пробитие есть. Тварь отпустила, валим нахуй. Мы здесь. Кстати, на самом деле, вот сейчас я только задумался, наверное, стоит патроны считать. Потому что, когда я взял пистолет, в нем было 5. Сколько раз я уже выстрелил? Сейчас минимум 2. Возле церкви 1, 3.
Рано, до этого я стрелял еще? Мы все еще в полной жопе. Нет, до этого я не стрелял, 3 выстрела, то есть 2 патрона у меня осталось. Надо просто держать это в голове. Надо срочно сваливать. Не, ну пока норм. На самом деле я думал, что мне сейчас предстоит выбор, кто из них в любом случае умрет. Лучше победить себя, чем выиграть 1000 сражений. Тогда победа твоя, и ее не отнимут. Ни ангелы, ни демоны, ни рай, ни ад. Вы, может, уже кое о чем догадались? Пока я особо ни о чем не догадался, но, по крайней мере, у меня все живы. Так, 2 дамы, 2 короля, валет. Что все и вся может оказаться не тем, чем кажется. Нет, ну валет, судя по всему, это молодой парень, основной персонаж. 2 дамы, понятно, 2 короля тоже понятно. Почему все стали королями? Это намек? Вечного страдания. Как полагаете, что прячется за углом, скрытое в тумане? Что? Я полагаю, профессор может быть говном и основной персонаж. Спешит. Либо основной персонаж, либо профессор. Вот они оба мутные прям. Профессор просто мутный, а, короче, по основному персонажу реально дохрена вопросов. Так, наверное, сейчас пойду схожу водички попить и продолжим всю эту движуху. Ладно, продолжаем. Я вообще планирую эту серию чуть подольше записать. Наверное, хочется уже закончить с этой игрой. Если честно, опять поднавалились проблемы. Времени не так много. Поэтому каждый раз присутствовать. Поэтому, наверное, часа полтора серия будет. Вот, надеюсь, можете в комментариях написать, какой для вас формат серии самый удобный по времени. Так, дверка. Это они светятся. Ну, погнали, погнали, погнали. Такой красивый. Разве нет? Какой-то странный. А светлячки в ведьмовской мифологии. Добро, зло. Что? О! А вот и я. А вот и я из прошлого. Глаза подводят меня. Прошу простить за поздний час. Нужно потолковать. Что тебя гложет? Мэри. Пуританин. Причем у меня даже имени она нет. Она так в страшной роли выступала. Сии суды всех тревожат. Здесь иное. Сестру казнили, а на ее устах была улыбка. Она упивалась. Ты уверен? Да. Но ныне она терзаема виной и стыдом. Не могу я не верить ей. Не подступай к ней, Авраам. Дитя сие Авраам, окей. Поздно. То есть я опекун этой девочки. Вроде же Аврааму типа отдали. Вот. Я боюсь, и что я с этой девочкой делаю? Тебя погубить. Дай мне совет. Скажи суду, что она нас дурачит. Что узрело ее упоение смертью сестры. Я молю тебя. Не вынуждай. Мэри полна сожалений. Умолчишь о подозрениях, и за это поплатится весь город. Никто не огражден от ее зловредных выдумок. Хорошо. Да, ситуация начинает накаляться. Полисус услышит. Я выскажусь. Судя по всему, я следующий умру. Ну, Мэри меня подставит, ну, должна подставить, если я буду свидетельствовать против нее. Слыши, братишка. Короче, есть дела. На мне чары. Это не чары. Как иначе объяснить твое явление? Не могу объяснить, но дело в другом. Она призвала тебя на защиту, дабы принудить меня к молчанию. Лишь дьявол мог сотворить демона с моим обличием. Я не демон. Но мы похожи, и это чертовски странно, согласен. Чего тебе надо? Но он сам ей не особо верит, если говорит так. А Мэри, я решился говорить в суде. Но ныне не уверен. Бля, как знаю, быстро. Как вот это подстава. Надо выступить. Надо. Скажи, что она натворила. Как советует твой друг. Слуги дьявола искушают меня. Я не поддамся. Литл Хоуп не тот, каким был прежде. К чему мы тебя искушаем? Высказаться? Стали обыденностью. Вы, кем бы вы ни были, лишь одной из них. Поведав правду о Мэри, я спасаю друга,
Но как же тяжело от осознания, что тем я выношу приговор ребенку. Ну а если он ребенок зло, блядь? Священник злой. Выступи против девочки. Указание. Указание, священник злой. Священник мне тоже не нравится. Уверен, за всем этим стоит священник. Ты рехнулся? Остановим девчонку. По-другому никак. Преподобный Карвер, человек Господа. В том нет сомнений. А чем он доказывает это? Особенности обновлены. Походу он не даст в суде показания. Наверное, надо было на девочку гнать уже. Ну ладно, бывает. Надеюсь, это реально мне не аукнется. Зря ты это, чувак. Пожалел девчонку, и теперь нам, возможно, крышка. Ну серьезно, ну блин, со священником там тоже какая-то мутная хуйня. Прям очень мутная, прям очень хуйня. Удалось разобраться с Мэри? Нет. Даже не видели ее. Черт. А где остальные вообще? А, вон, подошли. Я думал, мы уже опять женщин потеряли. Может, они посыкать ходили. Девушки же не ходят в туалет поодиночке. Авраама. Он уже собирался выступить против Мэри, но добрый Эндрю его отговорил. Очень умный ход. Вы, блядь, издеваетесь? Мы видим события, которые произошли сотни как лет ты? Назад. Не очень. Ну ладно, сейчас я главного персонажа не сильно подозреваю, не потому знаю, что его двойник хотел выступить. Ну, действительно хотел. Я не ожидала это. Но священник точно говно. Мне нравится. Со мной это впервые. Да, в точку. Я и сам кое-что сегодня понял. Жаль, нужны были ведьмы и призраки. Нам нужен герой, напряжение. Кокетство. Ну давайте пококетничаем. По-моему, самое время. Он на морде какая-то черная субстанция, похожа на белую субстанцию, только черную субстанцию. Ну, типа призрачная. Как его? Паладин. Воин света. А я ретро-паладин в целках хожу один. Не знал, что ты в теме ролевок. Ты обо мне многого не знаешь. Я тебя еще... На самом деле, обожаю девушек, которые шарят в играх. Но если при этом они еще охренительно выглядят и замечательные в быту и все остальное. Но, блин, это дичайший плюсик, за который можно простить огромное количество минусов. У, сука! У, сука! Допизделась. Так, надо клацать. Спасаем женщину. Все, съебываем, все нормально, съебываем. Но на него сейчас, походу, тоже нападут, скорее всего. Что-то мне это подсказывает. Так, оп, нормально. Пока норм. Остальные где делись, блин, помогите. Где ты? Тейлор! Следовать за движением, следовать за звуками. За звуками, там кто-то пробежал, а это хрень летающая. Тейлор! За звуками пиздим. Это ты? Да, она. Побежал я в правильную сторону, уже замечательно. Держись! Так, я не хочу, чтобы кто-то умирал. Я не хочу, чтобы кто-то умирал. Героизм, беги, страх, помоги. Страх. Помоги! Я отпускаю! Я не отпущу! А у тебя нож был, достань нож. Ну блин, достань нож. Женщина, ну серьезно. Так. О, кусай, правильно. Хоть что-нибудь делай. Оп, еще раз кусай. Не зря зубы есть. А вот, ага, вот она прячется за камень. Я видел это на открытке. Ну, и это мне поможет. Так, опять клацалка, хорошо. Сейчас будем клацать. Значит, сидим тихо, как мышеньки. Очень странно, что призрак видит. Ну, типа, они чувствуют. Ну, все правильно класснул. Ну и что, она меня не заметит? Она меня, блядь, не заметит? Серьезно? Она просто такая сверху пролетела? Ну, это как-то сильно по-детски. Надо двигать, окей? Не, ну тем не менее, я ни разу не промазал, у меня все еще живы. Это, по-моему, очень даже замечательно, вот, на самом деле. Потому что начинал я игру, я готов был всех похоронить, сейчас я хочу просто, чтобы у меня все выжили. Выйдем, наконец, из проклятого леса, а по пути все обсудим. Ну, погнали. Выберитесь из леса, идите по тропинке, держитесь вместе. Спасибо, что вы мне постоянно напоминаете держаться вместе, но такое ощущение, что я всеми управляю. Они все равно в одну сторону идут. Держаться вместе, это же очень-очень важно.
Такс. Топ, топает малыш. И я топаю вместе с ним. О, что-то на деревце. Давайте глянем, давайте оценим. Осмотреть. Снова нарисована эта куколка. Или не куколка, или просто силуэт человека. Ну вот реально, ведьму из Блэр напоминает вот эти хрени из веток и так далее. Наверное, если бы я больше чуть шарил ведьмовской мифологии в Пуритании, во всей этой херне, то, наверное, я бы тут рассказал бы вам какую-нибудь лекцию, почему именно из веточек, почему это оно. Но я не сильно шарю. Надежда, ей конец, недоумение, что думаешь? Ей конец. Главное, ей конец. Она не вернется. Надеюсь, ты змеюка, покусала ее, она теперь умрет от яда. Как-то вы слишком негативно настроены. В основном все ведьмы, которые попадались мне, ни хера не колдовали, выглядели как ангелы, но при этом жизнь отравляли хуже некуда. Задумчивость. Возможно, вы упустили шанс, решимость, надо остановить Мэри. Так Мэри или нет? Мы упустили шанс. Мы могли упустить шанс что-то изменить. У вас был шанс обличить Мэри, показать, что она мошенница и лгунья. Ну, священник точно пидор, он с ней в связке, он ее подговаривает. Мы не знаем, наверняка, что спасемся, если остановим Мэри. Короче, я отыгрываю персонажа, как бы я поступал. Но больше у нас ничего. Максимально с собой ассоциирую. Иногда даже приходится быть женщиной. Так что я готова сделать все необходимое. Идем, оглядимся. Мы же не знаем, сколько у нас еще этих флешбеков будет. Может быть, на самом деле, я сделал правильный выбор, и убив священника, мы с чем-нибудь решим. Так, здесь у нас ничего. Двигай. Блин, опять я вот студентку залип. Так, двигаемся. Ага, смотреть, еще одна открытка. Ну, давай посмотрим, что на этот раз. Ого, его будут душить. Я вас понял. Надеюсь, мы до этого не доведем. Сокрушенное молчание. Кем сокрушенное, интересно? Хода нет. Ух. Как и везде в сраном городе. Да, включите мне на фоне сплин. Выхода нет. Так, мэр Хойлсленд. Мэр сообщает о земельной сделке. Эскалация протестов все вероятнее. Причем тут протесты, закрытая фабрика, ведьмы. Сколько они всего намешали. Так, здесь у нас ничего нет, мусорники какие-то. Ну давай двигаться наверх. Да, наверх двигайся, эй. Медленно, вальяжно. Двигается вверх. Но при этом везде, блин, горит свет. Ну, типа, это ж ненормально. Электричество подается. Значит, в любом случае, где-то должны быть еще телефоны. Наверное, надо было их искать в первую очередь. Хотя, что я позвонил бы? Меня бы не пустило, скорее всего. Если тут уже ебала происходит, то, естественно, меня бы не пустило позвонить куда-то. Что там? Идут. Кто там? Отлично, только объяснил бы, кто ты. Я помогу им с поиском. Он может быть опасен. Вряд ли он понимает, в какой мы передряге. Ну же, внутрь! Кто идет, кому он поможет с поиском... Этим тварям. Он их наводит. А почему он тогда выглядит, ну, относительно современно? А, блин. Ну, чем дальше иду, тем больше вопросов. Ёбаный в рот! О! Ладно, вот этот скример прям сработал. Мой черед предстать перед судьей. Авраам, сделай. Сделай, братуха. Примут мое свидетельство. Братуха, ты должен. Я ослепил многих. Они не ведают, что истина, что ложно. Добром это не обернется. Его слова стремятся исказить истину. Позволь мне быть тому судьей. Авраам и Джозеф союзники в этой лжи. И не далее, чем вчера, ты приговорил Джозефа. Короче, он нас обвиняет. Неужто ныне ты усомнился в этом? По сей день ничто не смутило моей веры. Джозеф, как и жена его, знался со злыми силами. Суд благодарен преподобному Карверу, презревшему гнев дьявола, дабы о том поведать. Таков у меня просто не один небольшой вопрос. Закон обязывает суд к неустанным поискам. 16 век, откуда азиаты в Америке? Нам следует рассмотреть заявление Авраама против Мэри. И почему он на руководящей должности? При том, что он там есть. Преподобный время не терпит. Мэри явила великое бесстрашие, выступив против зла. Да нет, говно какое-то. Не.
Точно, со священником беда прям. Нужно накрывать священника. Ее хотят опоручить. Ее бесстрашие несомненно. В ее намерении следует увериться. Ее обвиняет никто иной, как назначенный ей опекун. Ясно, что сие дело ему не по силам. Я прошу суд назначить Мэри другой приют. Он себе хочет ее забрать, вот 100%. Кто станет опекать ее, преподобный? Я готов взять на себя ответственность. Очевидно, католические священники, они это самое... Это самое. Прежде суд выслушает... Слишком много скандалов. И лишь затем решит судьбу девочки. Авраам! А я буду свидетельствовать против тебя, надеюсь. У меня яйца есть. Говори, что священник говно. Против Мэри, но гораздо ли дитя на такое зло? Ну вообще да, дети оно такое. Девочка виновата, сочувствуйте же. Тяжело. Короче, все, идем валить священника. Ну потому что, я не знаю, я бы так поступал. В конце концов, я должен делать так, как я поступал. Потому что священник с самого начала ее то вытаскивал, говорит, вот про то не говори, вот про это не говори. Ну. Выслушать твои слова. Говори, юноша. Давай, Авраам. Ты должен. Смелей! Мэри толковала о злых духах, колдовстве и дьяволе. Многие не верят, что сие возможно в Литл-Холл. Меня не занимают истории и слухи. К делу, юноша. Мэри терзается. Фантомы измучили ее. Иссушили. Лишили чистоты душу. Люди твердят, она в сговоре с дьяволом, но нет в том уверенных. И я не из их числа. Дано ли нам познать, что на уме у ребенка? Ты находишь, что я не способен узреть правду? Прошу прощения. Такого я не смел бы сказать. Мое время ценно. Ты и священник ныне достаточно его отняли. Я не все сказал. Я дал тебе довольно времени. И что, он просто не даст ему сказать про священника? Мэри направится под опеку преподобного Карвера. Теперь иди. Пиздец. Походу, пиздец. Не, ну это как-то вообще не по-человечески. Ну, 2 минуты можно было бы уже выпалить этому судье, что чувак, нет. Я бы хотя бы сейчас такой... То, что я сделал, было минимум не напрасно. А тут вообще просто в минус. Он сказал судье, что Мэри ни в чем не виновата. Что она жертва. Это плохо. Очень плохо. Черт! И что теперь? Да хер его знает. Не уверен в своем выборе. Но мы хотя бы знаем, что можем на что-то влиять. Это ведь хорошо, да? Что думаешь? Это действительно так? Неуверенность, не понимаю, поддержка. Все было, как он сказал. Поддержка. Все было, как он сказал. Ага, ткацкая фабрика. Ух, чую, будет весело. Кто у нас сдох на ткацкой фабрике? Пора. Идемте скорее. Пока что мы, да, еще не видели призрака Авраама и призрака, ну... Вы поняли. Стоп. Там посмотреть можно было. Здесь надо все смотреть. И тут будем мы. Вот, я уверен, тут будем мы. Так. Вот 100%. Это место закрылось 100 лет назад. Или нет, место или нет нас тут. Вся жизнь впереди. Нас нет тут, но меня вот этот вот товарищ смущает. Он похож на чувачка с кепкой, вот, который ходит-бродит. Вот этот, в принципе, похож на нашего профессора, но больше я никого здесь из нас не узнаю. Ну ладно. Намек, не намек. Ну, может, наверное, я должен был на это посмотреть. Вот еще табличечка есть. Блестит подленько. Говорит, посмотри на меня. Так. А, вечная память. Джеймс Кларк. 29-72. С соболезнованиями от друзей и коллег. Мемориальная табличка. Наверное, погиб здесь. Ну ладно. В ту дверь меня не пускала, а сюда ты можешь пройти? О, ящичек. Давай, смотрим. Может, что хорошее будет. Листик. Поцелуй меня в жопу. Опа. Мистеру Винсенту Барнсу. Уважаемый мистер Барнс, предупреждение сотруднику. После нашей дисциплинарной беседы я вновь поднимаю вопрос о ваших посещаемости и поведении. Руководство постаралось войти в ваше положение
и простить повторяющиеся пропуски, учитывая непростые обстоятельства и недавно полученную травму. Однако непрекращающиеся выговоры за пропуски, опоздание и появление в нетрезвом виде вынуждены нас отправить вам официальное письменное предупреждение. Повторение подобного поведения или пропуск работы в течение следующих 12 месяцев приведут к увольнению. Сотрудники Рейвенден должны обладать такими качествами, как трудолюбие, пунктуальность и трезвость. Вы должны подтвердить получение данного письма. Подпишите и верните его в офис в течение 7 дней. Ну и это, собственно, ответ, судя по всему. А, по-моему, товарищ не очень хочет работать. Ну вот прям не сильно. Прям как-то так. Ладно. Тут еще у нас чего-то есть. Давайте смотреть. Давайте все осматривать. Может быть, где-то это мне поможет в каких-то поисках. А может, просто не нужна информация. Такс. А вот и мы. Вот иди та сюда. Семья. Посмотри на это. То есть мы минимум умерли уже два раза в прошлом, как я понимаю. Вот это дичь. Это слишком. Это, блядь, перебор. Сперва на нас похожа кучка стрёмных охотников на ведьм из прошлого. Теперь вот семейка из хитового ужастика 7 и тоже похожа на нас. Так... Какого хера? Еще была фотография 1917 года. Значит? Но про нее никто не сказал. Погибли, как другие? Не знаю. Мало ли что случилось. Может, каждый год пятеро таких ребят, как мы, приезжают в этот город и погибают вот точно так же? Ты правда хочешь сувенир этой ночью? В этом месте? Почему нет? Ну да. Я прихвачу его. Почему нет? Может пригодиться. Когда-нибудь. Ты говорил, это типа ночной кошмар. Ты так думаешь? Так. Если это мой двигайся, кошмар, двигайся, что двигайся, вы тут нормально. Делаете? Могу сказать то же самое. Ну блин, как же неудобно. Да не иди туда, сюда иди. Не знаю, что реально. Ты настоящий, Энн? Ну тебе. Стой. Так кто эти люди на фото? Может, тут время... упорота, и на этой фотке реально мы. Но мы с ними одного возраста. По моей. Я же говорю, каждый год сюда приезжают пятеро человек, которые выглядят как мы. А вот и наш товарищ в кепочке. Чего? Но женщина оборвана. Она ему что, изменила? Так. Браслеты какие-то это, но я такого не видел. Тан неразборчиво плюс Винс. Значит, этого товарища зовут Винс, окей. Но это же он? Ну, как бы, вроде бы он. А кто такая Тан? Стоп, Тан это... Как вначале Таня звали вот эту вот, ну, подругу, которая молодая студентка. И она, как раз ее темный парень привозил в дом, перед тем, как был пожар и вся вот эта вот фигня. То есть он ее парень из прошлого? Ну, как ладно. Бы... Ну а ты что думаешь? Ой-ой-ой, реально закрутили прям жопа. Вы? Нет, но скоро слышите? Будем. Прямо под прям нами. Скоро будем. Надо уходить отсюда. Быстро. Валим нахуй, я понял. Валим. Только что-то валить тут особо некуда. Что у нас тут? Толкать. Ну давай толкать. Тяжелый. Эндрю, иди сюда и помоги мне. Что там? Ящик. Ты оттуда, я отсюда. Толкаем вместе. Так? Так, надо что-то нажимать, ну? Нет? Ну, давай! Ну, давайте нажимать. Воу! Ого! Оу, черт! А как? Стоп, а как он туда упал? Перед нами же еще один ящик был. Мы пробили дырку, но перед нами еще был один ящик. Куда он делся? Куда делся призрачный ящик? О! По-моему, сейчас будет жопенька. Оп! Успел. Давайте, подайте мне руку, Эндрю. Эндрю, вывози меня. Да вытащить. Можно напасть, конечно, судя по всему, я бы в него стрелял. Вот, но патронов мало. Промазал. Вот это хуёво. Вот это прям хуёво. Ай-яй-яй-яй. Зачем я поспешил? Давай, хватайся. Надеюсь, из одного проёба не будет жопы.
Вот правильно, нужно, короче, его дергать, его херачить этими штуками. Давай, вылазь. Да вылазь, профессор, помогай. Телочки тоже можете помочь, как бы. Я не хочу терять персонажей. Я один раз промахнулся, надо выбираться отсюда, давай. Давай, давай, зараза. Да держу. Все, походу жопа. И один раз промахнулся, вот интересно, я мог бы его спасти? Ладно, он пока еще тоже не умер, как бы. Есть труба, можно отмахаться. Давай отмахиваться, но что остается? Тут как бы деваться некуда. Тащи, пацан, надо тащить из последних сил. Надо выживать. Нет, только не сдохнуть. Бежим куда-нибудь, блин, двигайся. Молодец. Молодец, красава, прямо умничка. Умничка, выжил. Это замечательно. Все, то есть пока что опять у меня все персонажи живые. Ну, только он куда-то убежал в подвал. Ты в порядке? Давайте вчетвером спустимся и наваляем этой твари. Ну почему нет? Ничего не случилось. А, он там пусть остается, типа, какие проблемы? Охренеть. Спасибо, друзья, вы очень добрые. Прям самые добрые люди, которые только могли бы быть. Давайте поищем вход в подвал, давайте попытаемся его вытащить. Так, Анжела, территория фабрики. Дэниел, где ты там застрял? Ответь мне! Не, ну он должен быть жив. Ну должен Нет. быть. Ну это как со студенткой этой, нет. типа. Ладно, пойдемте. Недосказанность. Я думаю, если была бы смерть, мне так бы показали. Надеюсь, все будет нормально. Ладно, ребят, на этом, наверное, пожалуй, закончу серию. Так шла она дольше, чем обычно. Я думаю, в следующей серии я уже вообще закончу прохождение этой игры. Надеюсь, вам нравится, как я комментирую. Надеюсь, вам нравится то, что я показываю. Поэтому, пожалуйста, оставляйте комментарии, ставьте лайки, дизлайки. В любом случае, это влияет на продвижение видео. Я вам буду очень благодарен. Ну и, конечно же, видео по PES регулярно, каждый день. Поэтому далеко не разбегайтесь. На этом прощаюсь. С вами был Морж. До новых встреч. Пока.